Это вот, я раз здесь сделал. К примеру, можно ногами просто отойти? Видно плоскость, но нигде, давай. Опять, я раз. Ребят, отойдите немножко. Вот, где ты видел, примерно. Да? Да. Давай. Опять поставили, я раз, коротко хожу. Можно пальцем было рубануть. Вот почему как бы это? Дай деревянный этот, резину еще. Вон там, на столе. Порезали, очки набирают. Реально как? Вот разговаривали, да, ехали? Реально ткнули и все. То есть уже выхолащивается сама как бы идея. Что вроде не боится там или... А когда взял, вот, ну, на этот научился работать, держи. Уже раз смотрит, блеснуло лезвие. Уже что-то так не получается, понимаешь? Поэтому надо работать всегда на... Какие-то движения должны, то есть научиться можно деревяшкой, да, это... Как он секс-шопа их называет, да? Давай. Она раз так, оп, опять, видишь, быканул. То есть я опять что тебе, как бы вот смотри. Я раз, оп, видишь, опять, держи. Точно так же держи. То есть смотри, я раз жесткость, я воду буду пить. Потому что разные опять работы идет, понял? То есть ты держишь, о, не значит мягко, правильно. То есть реально мне поставил, о, видишь? Понимаешь? А руку я вот вытягиваю, смотри, а раз. Не самой тяну, смотри, ногами отошел, видно? Саму. Ты не отпускай ножку. Смысл какой нибудь раз, видишь, ты разжимаешь руку. Зачем ты ее разжимаешь? Взял, оп, опять разжимаешь. Да, понял. Вот тебе поставил, я работал. Теперь, опять разжал, держи. А это мои проблемы, его тебе из руки достать. Понимаешь, там другие вещи разные происходят, понимаешь? Давай. Поэтому она раз, оп. Опять, видишь ты, видишь лифты? Да. Ну так вот, а вот он где только выходит. Еще там ты все равно раньше хорошо. Понял, нет? Ну держи там, ты уже боишься этот нож, давай. Все, и держи, видишь, ты этот нож ты нормально уже начинаешь спокойно держать, а здесь, давай. Поэтому вот она идет. Раз, после, давай. Я тихо, ну, конечно, не пью. Видишь что, я начинаю работать. Вот. А что получается? Я начинаю, ты мне начинаешь мозги. Да. Поставь под нож. Поставил. Раз. Вот, видишь, дальше что? Видишь, ты зачем ты сюда жопой крутишь? Крутани на меня жопу. Ребята, видите. Видно? Было такое движение? Расширить. О. Значит, я тебя буду туда бить, понимаешь? Куда я тебе туда? Вот. И красивый ролик туда, получится. Понимаешь или нет? Понял, нет? Красивый я материал буду. Будет. Поэтому раз поставил. Бах. Опять. Стоп. Значит, что еще? Бить. О. Так или нет? Так, давай. Держи. Поэтому раз, вас поставили. О! Еще. Опять раньше времени свалишь. Вот она, повторяй. Раз, раз. Вот, понял, нет? Согласен. Я сильно не бью, давай. Поэтому вот она. Пять! Все реально, на скоростях, блядь, просто. Нож улетает и подрезка идет. Давай. Искусство. Ставь. Видишь, тут можно было выбить. Ставь реально, опять резина пошла. Сломай, не туда. А я тебе заставлю себя плод, понимаешь? Не туда, видишь, не туда. Не по силе. Не по силе пошел. Ох, опять ты динамику делаешь, я тебе скажу. Я начинаю, а ты мне начинаешь что-то... Вот поставил. Вот, дальше куда сила? Вот туда. Через чего ты будешь чувствовать? Через ноги. А еще через чего? Через пальцы. Ну вот куда идет? Вот. А ты не идешь. Крутин! Во. Левый, во! Да. Ну, нормально тебе пошел. Пора работать с мозгами. Давай. Поэтому она раз. Опять ты начинаешь на мозги парить. Я говорю, ставь под ноги. А ты не ставишь, держи. Блядь, давай позвоню. О! Так ставь, вот другое дело. Ваши ребята, что куда реально? Что Дим, мягче. Легко работает. По копчику. А вы начинаете как бы. По копчику прокатываешься. Давай. Че ты мечешься? Ну, он с ним, видишь, работает на другом уровне. Он все, инструктор какой-то. Давай. Он должен это чувствовать все. Поэтому она пошла. Раз. Хоп, ногами видно отошел. О! Примерно так. Только жестко чувствуешь, как? Меняет. Ну,
Ну ладно, давай. Анатолич, надо вернуться к элементам, наверное. Схема им какую-то. Простейшая. Ставь еще, не обязательно. Можно вот так поставить. Так. Вот так. Ставь как угодно. Сейчас смотри, каждый на своем уровне возьмет. Раз, оп, кому деревянный, деревянный возьмет. Кому еще резиновый, давай. Резиновый. Опять бычишь? Уже. Вообще нет. О, ну, Анатолич, может, ты с очень острым ножом поставил. Примерно так будет, да? Давай. Поставил. Опа! Опять есть черт. Я сделал, ну я тебя бить буду, Дим. Да. Жалеть-то уже надоедает. Раз. Понимаешь? Так будет. Живой так лучше работать по состоянию, по ощущениям. А? Фу. Ну, вытишься, вот эти хреначу. Все, опять начинаешь. Все сейчас настоящий нож засадить. А представь, что настоящий нож, этот мачете залетит тебе сейчас. Я за спины буду стрелять, давай, а мне надо грузить тебе. Вот поставили, опа. Да, блядь. Вот рад буду, да, раз ты не понимаешь. Так? Да. Ты еще вот сделал еще как было. Представь, момент. Можно даже, видишь, так придавить. Ну это когда умеешь, да? Давай. То есть вот оно, чтобы... Ты... Как тогда, я жду. Как это? Не то, что держишь, ты его там поставил. Вот, видишь? О, я его не трогаю нож, понимаешь? А ты мне начинаешь эту... Там искать? Не искать, а. Ладно, делай. Давай. Ну что, так можно, да, работать? Когда руки связаны, убежать там. Давай. Ладно, оп. Видишь? То есть, ну это все, конечно, хорошо на такой, на не острый нож. А надо, вот, давайте, ладно, короче, физкультурой позанимаемся, давайте. Сделай раз плоскость. Видно? Я куда бы что бы ни делал, куда мне сейчас отойти надо? Назад. Нет, а мне надо смотреть куда. Видно плоскость? И что вот этих вихляний, вот здесь болтаний вертов не было. Давай. Давай. А? Понял, да, за что? Да понял. Вот она, раз. О. Блядь! Сна гадить понял. Давай. Раз. Примерно, да? Только не отпускаем. Это на вырезе кладу. Опять? Че? Не, это надо вставить будет. Вот. Вот, да? Где собака-то пошла? Дим, я для себя, чтобы это. Как вас с вами заниматься теперь? Она раз. Видно, где плоскость? Потому что, Дим, я не могу объяснить ребятам. Ваша задача вот, чтобы как-то нож стал плоскость, неважно. Вот так, давай. Вот меня поставить. Я вниз сел, видно, но я здесь еще держу. Что-то лишнее движение. О, вот как было. И я начинаю. Потому что, видишь, я с вами начинаю выхолачиваться. Мне уже надоело выхолачиваться. Будете вы получать, я не выхолачиваться. Вот это поставить. А раз. О, не туда немножко, да? Да, я понимаю, я уже падаю, понимаешь, не туда. Блядь. То есть я-то тебе для чего? Чтобы ты рос тоже. А раз. О, согласен. Видно, я подсел. Если бы я сейчас не подсел, что было бы? Дернул, может, мне палец там отрезал, руку там, ну или порезал, там что-то не знаю. То есть она раз. О, видишь? Куда? Нет, нет. Потому что что, сядь на эту. Вот так еще. И ты начнешь задницей крутить. А задницей надо крутить. Вот ты дай нож. Вот, ты видишь куда? Нет. Вот сюда я даю силу. Нет, видишь, нога вот эта, у тебя не готова. Ты ее разогни. Левая. Вот это? Ее кати. Нет, левая. Вот. Левая знаешь где? Да, вот она. Где ложкой ешь, правая рука, учит ты не в детском саду, а? Давай. Она раз. Не туда. Не надо, Дим, мне не надо падения твои тупые. Мне надо. Раз. Вот пошло. Нет, так а почему пошло? Я тебя вот так вот не крутил, понимаешь? Как пошло? Оно и пошло. Где ролик у тебя? Раз. Вот типа тут надо еще вот этот расслабитесь, да, вечно? Вот, кати.